Нет, он не ютубер. А, ну правильно, Джонни, правильно. Большая работа начинается с чего? С большого перекура, все верно. Я не знаю, какой цвет у человека. Цвет называется охра. Охра. Цвет человеческой кожи. И из этой охры подберешь оттенок. Понял, да? Стримить не зашло что-то? Не знаю, я без стрима не могу уже, если честно. Стос, привет! А это был ЧВК. Сорок девятый уровень, Карл. Ай, сука. БС. Счетчика не было, но значит это все понятно. Сука, вот как можно было... Ты 5000? Да, да. Кто мне говорил, если лечь возле танка, можно увидеть комнату с видяхами? Сейчас проверим.
Туда меченку посмотрим. Хотя навряд ли. Она уже полчаса, наверное, как залутана, эта меченка. Ты что тут делала, Лёша? Если на тебя целится снайпер, твой прицел отсвечивается, я не знал. Пусти, Кракен, почему-то сильно воняет. Всем здравствуйте, ребят. Всем доброго времени суток. Вы на канале Fun for Everyone. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки, нажимать колокольчики. Любая активность на канале, плюс 150 кармы. А мы тут кемперим потихоньку. Теперь я умру, да не взди.
Там кто-то бегал, мне это не нравится. Сука, она одиночная, я думал, она очередью херачит. Падла! На всякий случай бери с собой мыло и паракорд. Падла, блядь. Все, и вот он я. Как-то так. У тебя белочка? Ну я свою девушку белочкой называю. Что ли было? Кракен рулит по-любому, Астерус. Истину глаголишь. Истину. Здорово. Все с четверками в нике. Это фанаты Кракена. Ай, Саня, вот это ты сморозил. Что за бомж? Оба четвертого уровня. МП7 очень удобная пушка. Ну, Сань, я тебе так скажу, что я ж не говорил, что она плохая.
смысле? Я в него попал хрен знает сколько раз. Да пошел ты нахер, слышь. Конец тебе, блядь! Давай, блядь! Сука, перепугал! Нехороший вы, блядь, человек! Сука, чуть не усрался, блядь! А чё так... Пацаны, вы чё такие злые? Не могу поверить, я живой. Вон он, вон он. Кепка! Да вон, вон он! Блять, а выхода тут нету. Надо по трубке на бутылку и скрин сделать. Паша, не тупи. Саша, ебать ты тип. Вообще, так и обосраться же можно, наверное. Не зная ни сна, ни усталости, при лунном и солнечном свете мы делаем деньги из воздуха, чтобы снова спустить их на ветер. Блять, это так грустно. Че он живучий такой? Я БС-ками хуячил вообще-то. Ну постой. По-моему, готов.
Убил, что ли, походу? Третья подружка лютует. Паша, готовь себе саркофаг. Вон он. Меня в спину кто-то убил. Сколько их там было? Блин, да хер его знает. Ну, трех подружек я въебенил, по-моему. Очень на то было похоже. Да! 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 Меня в спину убил другой совершенно человек. -3.